Торжества по случаю начала нового учебного года прошли и в алтайских духовных школах. Здесь также состоялась общая литургия и беседа учащих и учащихся с ректором барнаульских духовных школ, епископом барнаульским и алтайским Максимом. Участием в совместном богослужении Божественной литургии в Покровском кафедральном соборе начался новый учебный год. За богослужением был рукоположен священнический сан комендант епархиального управления, воспитанник 5-го курса семинарии диакон Александр Варнавский, а диаконом стал пятикурсник Егор Степанищев. По окончании Божественной литургии на территории епархиального управления была отслужена заупокойная лития по всем учившим и учившимся. Затем торжественным шествием во главе с владыкой ректором барнаульских духовных школ преподаватели, воспитанники семинарии и регенской школы, а также пансионата от епархиального управления направились к Покровскому собору. Там с приветственным словом к собравшимся обратился епископ барнаульский и алтайский Максим. Прежде всего, мне хотелось бы поздравить поступивших в барнаульскую духовную семинарию и пансионат при барнаульской духовной семинарии. Именно вам предстоит обучение в течение многих лет. Мы рады тому, что вы вливаетесь в нашу семью. Хотелось бы еще раз напомнить о значении и важности духовного образования. Архипастырь напомнил о большой ответственности, которая лежит на призванных к духовному служению, пожелал помощи Божией преподавателям и учащимся. Особенно отметил тот факт, что в этом году в пансионат было набрано большое количество детей, и теперь общее число достигло 35 воспитанников. Владыка-ректор вручил студенческие билеты 10 студентам первого курса, прошедшим вступительные испытания и зачисленным в число учащихся барнаульской духовной семинарии. Также было вручено Святое Евангелие каждому принятому в этом году в пансионат. По окончании официальной части прозвучали песнопения в исполнении хора барнаульской духовной семинарии и регенской школы.